Qualcomm требует, чтобы в Китае запретили еще и новенькие iPhone XS и iPhone X. Несколько дней назад в Китае было принято весьма серьезное решение о запрете импорта и продаж ряда смартфонов Apple. Запрет касается моделей iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, то есть всех более-менее актуальных аппаратов, исключая самые свежие модели, представленные осенью. Как сообщает источник, компания Qualcomm решила продолжить борьбу и требует запрета продаж всех iPhone, включая новые iPhone XS, XS Max и iPhone X. Что интересно, сама Apple утверждает, будто бы запрет касается исключительно смартфонов, работающих под управлением iOS 11, а так как уже давно вышла iOS 12, компания продолжает продавать смартфоны. Однако источник говорит, что в судебном постановлении вообще нет упоминания какой-либо версии iOS, хотя это не означает, что Apple не права. Как всегда в подобных ситуациях, должно пройти время, чтобы можно было внятно разобраться. Что же касается требования Qualcomm запретить продажи новых смартфонов, неясно, когда его будет рассматривать суд.